Вообще вся компания построена не так, как это предписано Минстроем РФ. Я вот вчера подробно изучила постановление Минстроя, да, как это рекомендовало сделать. Там все дело начинается с широкой информационной кампании и с того, что рисуются дизайн-проекты и предлагаются жителям варианты. То есть они хотя бы могут понять, а что им предлагают выбрать. Посмотрите, вот так можно благоустроить этот сквер, вот так вот эту набережную можно благоустроить. В этом смысле людям говорят: решай и выбирай. Назови какое-нибудь общественное пространство. Какое общественное пространство, да? Кто-то, может быть, захочет какой-то садик у дома, а кто-то посчитает, что общественное пространство – это пляж или набережная, или, ну, что вообще, рынок, чем не общественное пространство, да?